В соответствии с указом главы государства о проведении встречи акимов с населением, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов продолжает объезжать районы и встречаться с местными жителями, чтобы напрямую от сельчан узнать о нерешенных проблемах, выслушать пожелания и предложения. На этот раз глава региона посетил с рабочей поездкой Жуалынский район. Нуржан Нуржигитов посетил Кызыларыкский и Актобинский сельские округа. Во встрече приняли участие представители правоохранительных и налоговых органов региона. В Кызыларыкском сельском округе жители пожаловались на то, что капитальный ремонт Коксайского канала затягивается, а на вопросы подрядная организация ограничивается сухими обещаниями. Сельчане говорили и о подведении водопровода в село Актубе, асфальтировании улицы Кайнарбулак, бурении скважин и проблемах с получением льготных кредитов фермерами. Руководители соответствующих управлений областного акимата дали разъяснения по каждой теме. Глава региона акцентировал внимание сельчан на решение проблем дефицита поливной воды посредством строительства водохранилищ, копки и бурения колодцев, активного применения в районе систем капельного и дождевального орошения. Если в 2019 году мы 70 тысяч гектаров земли обеспечили поливной водой, то сейчас 100% доставили живительную влагу на 110 гектарах. Но если брать в расчет прошлый год, то, что мы проводим работы по ремонту ирригационных каналов на 40 миллиардов тенге, то 50% ирригационной системы области приведем в порядок. В Доме культуры села Байтерек глава региона встретился с жителями Актобинского сельского округа. Селяне отметили, что у сельской молодежи немало спортивных достижений. Село – родина многих именитых спортсменов, поэтому предложили построить здесь большой спортивный комплекс. Помимо этого, несмотря на то, что сельский округ граничит с Кыргызстаном, для того, чтобы пересечь границу, местным жителям приходится ехать за несколько километров. Жители попросили акима области посодействовать в открытии пограничного пропускного пункта в селе. Аким области вместе с представителями соответствующих органов подробно ответил на все вопросы местных жителей. Свет, газ. Сейчас воду, свет, асфальтирование дорог, потом школа, культура, спорт, здравоохранение. Все эти вопросы мы обязаны поставить на должный уровень. Конечно, не везде дела обстоят одинаково. Где-то хорошо, а где-то похуже. Есть у нас населенные пункты до сих пор без асфальта. Но мы должны прилагать все усилия, чтобы решить поставленные задачи. Затем глава региона провел прием граждан по личным вопросам. В рамках рабочей поездки в Жуалынский район аким области также посетил ряд социальных объектов и лично проверил ход работ на Коксайском канале. Кулеш Умурзакова, Нурланбек Турсын, 77 News.